Продолжаем. Башкортостан стал одним из лидеров по реальной заработной плате среди регионов ПФО. Данные Республиканской службы статистики опубликовал на своей странице в социальной сети руководитель региона Ради Хабиров. Согласно исследованиям, за период с января по июнь этого года с увеличением на 2,6% к уровню аналогичного периода прошлого года Башкортостан и Чувашия делят первое место в Приволжье. На втором месте Удмуртия 2,1%. Третью позицию занимает Оренбургская область с показателем 2% ровно. В аутсайдерах этого рейтинга Мари-Эл и Ульяновская область, снижение на 0,5%. Кроме того, Башкортостан передвинулся с 5 на 3 место по начисленной заработной плате. В регионе она составляет 35 397 рублей. На первом месте Пермский край, на втором Татарстан со среднемесячными окладами в 37 173 рубля и 36 096 рублей соответственно. По словам Радия Хабирова, эта статистика говорит о том, что у Башкортостана есть большой потенциал для достойной жизни людей. Кроме того, в последние полгода в сравнении с теми же периодами прошлых лет в регионе растут инвестиции. Однако, добавил руководитель республики, пока далеко не все граждане удовлетворены своими доходами. И необходимо каждому в своей области продолжать работать над ростом инвестиций и заработных плат.